Всем привет! Вчера мы вечером наблюдали, видите, такое вот явление необычное природное. Мы это видели впервые в жизни. Возможно, кто живет здесь, они видели это, но для нас это новинка. Для нас это чудо. Мы такого не видели ни разу. В общем, с вечера где-то часа 8 начинает у нас 9 темнеть. И заходили тучи. У нас вчера, ну, не жара, можно сказать, была, но духота. Где-то 28 градусов было. Вот. И, видимо, эти тучи-то набрала. Вот, начали собираться тучки. Где-то там громыхало, слышали, со стороны моря, вот с той стороны. И к ночи уже, когда стемнело, видимо, эта туча ушла до залива с другой стороны и уперлась в этот залив. И он, видимо, не пускает эту тучу, и она там, можно сказать, бушевала бесперестанно. Вот это громыхание без перерывов, что для нас это очень удивительно, мы такого никогда не видели. И вообще я думала, что замкнула провода, вот у нас из комнаты сверкало, у нас в селе, где мы жили, было такое, когда вот при ветре, при грозе, допустим, срывала провода, либо замыкала, и вот сверкание бесперестанно, и я почему-то сначала подумала это, но потом как-то сообразили, что, вернее, муж у меня вышел на улицу, что-то там интересное, кстати, съемку это он вел. Мне бы не поснимать, не страшно было. Вот. И заметили, поняли, что что-то это не провода, а что-то интереснее. И вот он поснимал. Это интересное явление для нас, по крайней мере, я еще раз повторяюсь, мы такого ни разу не видели. У нас, если там гроза шла, то, сами понимаете, громыхнет, сверкнет, громыхнет, сверкнет, громыхнет. А еще даже определяли, если сверкнет, через сколько там, допустим, вот туча идет, если где-то вдалеке, и сверкнет, и считали по перерыв между молнией и громом, сколько минут там, допустим, сколько раз, столько минут нам эта точка должна прийти. Вот, мы там определяли так. Частенько все этим пользуются. А здесь, ну, не было никаких перерывов. То есть без конца оно гремело, без конца оно сверкало. Для нас это, конечно, чудо. Вот такое у нас еще явление. А еще хочу рассказать. Это по словам местных, мы не знаем, на самом деле это так. Как они говорят, пошел даже заметно. Вот у нас, я работаю в магазинчике, у нас там я делаю сербатские. И часто из-за сезона там ничего не завозят, потому что нет у нас поставок средства. И все ищут поголовно снасти для пеленгаса. Пошел пеленгас, причем пеленгас ловится с берега. И ловится с берега так достаточно очень в большом количестве. Как местные, раньше он ловился только, нужно было на лодке, допустим, с моря, с берега, ой, с моря или на заливе. Вот. А в этом году они в большом удивлении, что он ловится с берега, пеленгас. Как бы люди вроде ждали селедку, косяк селедки, видимо. А пришел пеленгас пока. И вот они бегают за этими снастями, ищут по станице. А у нас сейчас, так как не сезон, все рыбацкие, все закрыты. Конечно, с мая уже открывалось все. И очень много было таких точечек, где можно все, припасы купить для рыбаков. А сейчас приходится ездить нам в город. Вот, не знаю, у нас снасти там собраны, не собраны. Тоже хотелось бы съездить в выходной бот, посмотреть там что да как. А если будет времечко, мы съездим и покажем. Вот.
Так что, как местные говорят, еще вот такое в этом году явление. Видите, точки еще есть, конечно, но уже, уже поразветривает. Хотя дождь и сегодня, кстати, стоит. Но этот ливень был недолго. Шел недолго, поэтому нос мочило хорошо. Еще хотела вам показать. А у нас начинает розочка у меня плетистая распускаться. Вот, в том году я не дождалась, как она будет цвести. Вот, а в этом году дождалась. Они, кстати, небольшого размера такие. А называлась малиново-вишневая. Сейчас у меня, кстати, где-то на ней была этикеточка подписана. Вот. Вот. А, вишнево-малиновая. Вот эта роза. Плетиста. Вот. Ой, потом она, когда большая будет, очень будет, наверное, красиво вся в цвету. Вон еще бутончики набирают. Так, у меня там еще одна роза распустилась. Сейчас покажу. Вот это у подвальчика. Это мне соседка давала. Давала маленький росточек. Уже вот видите какой тоже. Ну, это красная. Это вот прямо красная-красная. И она не такая, видите, махровая. Чуть пореже лепесточки. Вот. Тоже еще начала цвести. Ну, пока еще не вся, но... И она у меня так подросла была. Всего лишь одна веточка у меня. Вот, вот эту веточку мне давала соседка в том году. Вот она уже разросла. Ой, это вымокло тут у них все. Да. Что-то они такие возбужденные. Вроде бы корм еще оставался. Подсыпал свежего. Накинулись на свежий. С этой стороны тут ничем не укрыто, сверху подмочила. Но она вот сейчас зашла, она сидела там на соломке с ними. Вот, кушает. Уже подросли, да? Тут сегодня им четвертый день. Пятый, вернее, пятый. Вот, а эти... Видите, у меня грязные какие. Ой. У них уже, кстати, оперение началось. Видите, хвостики начали расти. Ой, вообще тут грязющие, конечно. И эту заморали. Потому что бегает, от лапок отлетает. Но я здесь ничего не могу сделать. Здесь у нас крыши нет. Завтракает. Вот, а этим утяжкам сегодня месяц. Вот, они за месяц уже, видите, какие. Слышат. А, сейчас надо менять воду им. Водичку они теперь хорошо пьют. Быстро убывают. Вот этот. Тут сколько? 5-литровая. Я наливаю два раза в день уже, они выпивают. Ладно, пусть кушает. Петунья вот это распустилась. Вся-вся в бутонах. Я в это решила сюда, в грядочку высадить. Мне кажется, здесь она будет нормально себя чувствовать. Еще начала немезия цвести. Ой, как она мне нравится. Потом она побольше будет. Она будет, вот, представляете, вся вот, вот в таких вот цветочках. У меня где-то там еще другого цвета должна быть. Вот, пока она вот такая вот нарядненькая. И она цветет все лето. Тем она мне и нравится. Вот. Красиво, да? Она издалека вот сейчас, когда пасмурно, смотрится такая прямо сочно-желтая. Как флюроцветная даже. Вот.
Вот алиса у меня уже тоже цветет. Ну, алиса вообще неприхотливое растение, для меня, по крайней мере. Его везде можно заполнить. Вообще я хочу вегетативный алисум. Он прям белой-белой шапкой. Если удастся в том году мне выписать, я выпишу. Хочу фуксию и вегетативный алисум. Вот. В этом году я хотела выписать, а там они пока не рассылают из-за такой ситуации. Пока посылочки не посылают у нас с Ростова. Вот. Тоже один кустик немези воткнула. Она вот тут потом должна вот так немножко свисать. Ну, Маська. Опять у меня пришла помощница. Обход со мной делает вместе. Вот. Сейчас гвоздичка, когда отцветет, тут что будет цвести? Астра вот это. Белая, многолетняя, ковром. Ну, тут с края вот немезия. Очень красивая. Она, кстати, разных цветов бывает. Вот. Кустики, видите, такие крепкие. Чем-то похожи на флоксы, вот лепестками. После дождя так картошка расцвела, прям как цветы. Как цветочная полянка. Есть сиреневые в основном цветочки. Там несколько есть белых кустиков. А остальное все вот одного цвета. Вот. Хотя сорта тут совершенно разные. И с магазина досаживала. И у меня была аж какая-то. Вот. Ой, хочу еще посмотреть, знаете, что капусту. Что у меня там с капустой? Я давно-давно уже не заглядывала. А пекинская уже начинала завиваться. А я хочу посмотреть белокочанную. Я уже давно там не смотрела, что там у меня. Ой, сейчас, подождите. Ну так, какая-то получше, какая-то похуже. По-разному. Где-то вот, наверное, парочку или две, или три погибли. Ну, это давно еще, когда всходили. А так нам, в принципе, хватит. А что еще хотела, почему я еще... Проверяю. Говорят, под акрилом, если укрывать, то никаких букашки никто не ест капустку. Ну и, честно сказать, я бы не сказала, что кто-то не ест. Вот какие-то дырочки тут есть. То есть этот акрил не особо-то и помогает. В том году у меня и без укрытия замечательно выросло. Ничем не укрывала. Сейчас я, наверное... Через недельку я сниму. Этот парничок уберу. Вот. Только вчера этих курочек запустила молодок. И смотрите, сегодня они мне сделали сюрпризик. Снесла какая-то девочка мне одно яйцо. Вот. То есть и в самом деле с 4 месяцев уже начинает нестись. Ну, думаю, сейчас и остальные присоединятся. Вот. Так что у нас начали маленькие девочки нестись. Ну, кое-что маленькое. Я почему-то думала, что у этих доминантов яйца должны быть другого цвета. По крайней мере, я в интернете читала про это. Сейчас. А тут вот такое вот кремовое, нежное. Сейчас посмотрю в интернете еще раз. Возможно, это снесла белая тогда. Вторая доминант, 104. Да. У нас опять дождь. Сегодня, кстати, в интернете стоит весь день. Должен дождик идти. Потому что, скорее всего, сегодня так и будет. Что все затянуло. Там вот тоже все затянуло. Да, в такую погоду на улице ничего не поделаешь. Дождик уже затяжной. А еще хотела рассказать вам, здесь, вот сейчас, так как пошли уже дожди, ну, идут практически каждый день, и появились запахи. А вообще здесь из-за того, что воздух сухой,
Влажности мало, запахов практически вот весной, когда даже в том году весной цвели все деревья, запах практически не чувствуется, не ощущается из-за сухого воздуха. А в этом году вот идешь по улицам, аромат чувствуется заметно. Даже вот у нас акация цвела вот там в курятнике, а из дома выходишь, и уже ощущается этот запах, как говорится, на весь двор. Да, дождик все расходится и расходится. Так что сегодня и ночью стоит все дождь. Так что погода у нас не совсем благоприятная. Ладно, пойду готовить ужин. С вами со всеми буду прощаться. Спасибо, что пишете комментарии. Я на все отвечаю. Мне даже интересно с вами общаться. Так что пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Если кому-то, конечно, интересно, я постараюсь ответить на все. Все, всем удачи, всем пока.